Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, сегодня будем проверять, тестировать и выставлять на продажу интересный телефончик Триум 2000-х годов. Вот с такой, смотрите, ребята, крутой выдвижной антенной. Она заходит в корпус телефона. Если где-то была плохая связь, можно было ее вытянуть, и связь улучшалась. Значит, зарядного я не нашел, чтобы зарядить. И тут, конечно, очень неудобно, видите, по клемникам. Но заряд идет, батарея не вздутая, заряжается, если кто-то найдет. А так, будем сейчас проверять от лабораторника. Я его запитывал, сложности нет. Почему снимаю все по шагам, смотрите. Значит, как вставить аккумуляторную батарею. Вот такая штука, она у нас выдвигается. Видите, тут нарисовано. Потом вставляете в середину сим и закрываете. Вот так, выдвинули до упора. Потом берем вот так сим. Сюда вставляем в пазы. И аккуратненько задвигаем. Прикольно, я первый раз так делаю. Я уже сразу маркером отметил, где плюс, где минус. Значит, минусовая закорачивается у нас две, вот их подряд. И одна плюсовая. Все. И пробуем включать нашего товарища. Я уже за кадром проверил, телефон класснючий. Почему решила снять обзор, он не запаролен. Поэтому просто вставляйте сим-карту. Ну, я проверял на Водафоне. А сейчас будем проверять на Киевстаре, потому что в Украине больше всего Киевстар. Пожалуйста. Все, связь появилась. Значит, что у нас? Сейчас я посмотрю, есть ли подсветка. Да, вот такая вот. Смотрите, ребят, зеленая. И клавиши все светятся. Клавиши нажимаются, на удивление, несмотря что он старичок, очень мягко. Поэтому можно ли в коллекцию, или для каждодневного пользования. Ну, вот зарядное. Самое главное, что надо найти зарядное. Значит, чтобы попасть в меню, конечно, долго я тыкал-мыкал. Надо сделать вот так. Вправо нажимаем. И вот здесь, видите, высвечиваются все пункты. А потом мы их просто пролистываем. Черно-белая менюшка. Ну, смотрится довольно прикольно. Смотрите, если кто помнит, вот такие датчики стояли на магнитофонах. И когда играла музыка, они прыгали. Дальше. Значит, инфота развага. Заходим сюда. Информация. Сейчас оно подгрузится. Не знаю, покажет, не покажет. Файл, вот видите, не все вот эти штуки подгружаются. Поэтому надо пробовать. Что-то загружается, что-то нет. Cancel it. Сейчас выйдем. Exit. Exit. Так, но самое главное, сейчас смотрите, он у нас звонит и получает звонки. Это я проверял. Громкой связи здесь нет. Но связь идет, и динамик не убит. И микрофон я проверял, звонил с одного телефона на другой. Далее, следующее. Это у нас Voicemail. Это голосовая почта. Заходите сюда и получаете голосовые сообщения, если кто-то вам отправил. Следующее. Фонбук. Книга. Здесь вы можете посмотреть, записать, удалить. Вот так по пунктам ходите. Почерк маленький, ой, этот шрифт маленький. Ну, когда вы вблизи смотрите, все нормально, читабельно видно. Следующее сообщение, пункт, это сообщение. Вот не знаю, честно говоря, с ними я не разобрался. Вот inbox, делаем select, показывает дату, во сколько зашло и все, видите? Короче говоря, так понимаю, он русский не читает, он чисто, как говорится, или не поддерживает формат сообщений. Не знаю, кто знает, напишите мне в комментах. Цифры показывает, ни латинский, ничего не показывает, поэтому я не знаю как. Здесь вот есть написать сообщение, сеттинг, настройка, мессендж, это, короче, надо разбираться. Я вам показываю то, что телефон просто рабочий. Далее, call and time, здесь у нас звоночки, последний звонок, позвонить, выбрать. Видите, переименовать, call timer, сколько вы говорили, все это стереть, если у вас предоплаченная связь.
Ну вот делается все в этой папке. Следующая GSM Service. Это у нас Call Washing. Не знаю, что это такое. Sending My ID, Received Call ID. Что это? Короче, у нас есть Call Barring. У нас есть мастера, поэтому жду ваших рассказов, что здесь в каждой менюшке это делать. Я не читал за него ничего, поэтому я вам просто показываю, что он работает. Далее, Broadcast. Что здесь? On, Off, Message Types, Alert. Далее, Setting. Вот по настройкам здесь можно поиграться. Первое, это блокировка клавиатуры. Если вы его выбираете, то телефон будет автоматически блокироваться. Что по языкам? Смотрите, у нас есть английский, французский, немецкий. Три языка. Шикарный выбор, три языка. Больше не надо. Дальше, мелодии. Здесь мелодии выбираете на звонок, рингтоны. И вот здесь у нас есть рингтоны, можем их послушать. Они такие писклявые, но они есть. Ну, такая одна более мелодия, которая нормальная из всего от этого. Но 2000-е были такие мелодии, от этого никуда не уйдешь. Ну, вот такие вот звоночки. И в последнем регулируется вот громкость звонка. Видите, справа курсор и показывает, насколько отделение, что можно звонок, клавиатура, сообщение. Короче, все вот в этой папке регулируется. По дисплею. Что у нас? Контрастность выбирается и яркость. Все, больше нету. Case, After Return, Security, Default Setting. Все. Стандарт. Office Tools. Что у нас есть? Обновление. Currency Converter. Короче, конвертер есть и обновление. Так. Что еще вам показать? Быстрые клавиши настроены. И, кстати, где-то можно настроить. Так. Ну, мне понравился. Телефончик прикольный. Оно и Мейку показывает. Да, и Мейка 68-189. Все, ребятки, вот такой вот телефончик у нас сегодня был на обзоре. Если кто-то захотел, можете покупать. Отправка в любой город после полной оплаты. Что у нас по комплектации? Крутой телефон с выдвижной антенной и невздутая оригинальная аккумуляторная батарея, которая заряжается. Сейчас я вам покажу. Я ее пробовал заряжать от лабораторника. Она подзаряжается. Чтоб не говорили, что если телефон, если батарея убитая в хлам, то она не заряжается. Сейчас, ребятушки, чтобы ее не спалить, сейчас мы подсоединимся. Ну вот, пожалуйста, все пошло. Видите, да? Все, берете лабораторник или что-то, если найдете, заряжаете. Я просто приспособ никаких не делал, поэтому, не знаю, я ее подзаряжал чуть-чуть. Давайте сейчас попробуем, может включиться. Ну, там надо посидеть, просто подержать. Да, видите, я же говорю, я посидел, подержал, она включается. Поэтому, если хотите, можете часик посидеть вот так с клемками. Я просто не стал мучиться, поэтому все. Вот такой телефон у нас сегодня был на обзоре. Кому понравился, ставим пальчики вверх, подписываемся на канал. Кто захотел купить, милости прошу. Отправка в любой город после полной оплаты.